Привет! Ты на канале Виконсфа. Друзья, как-то быстро пролетело лето, за окном у нас осень. Вы сейчас смотрите этот видеоролик, я надеюсь, в комфортных условиях. Где-то там на диванчике лежите и кайфуете, а за окном у нас плюс 10, ветер. Но это не мешает мне для вас записать очередное видео. Сегодня мы поговорим о недвижимости в городе Донецке. Цены на квартиры и дома. Сейчас я покажу вам некоторые варианты покупки квартиры. Прежде всего, что от вас требуется? Паспорт абсолютно любого гражданина, будь то Америки, Австралии, Африки, и чемодан денег. Вы приходите с этим всем хозяйством, отдаете деньги, отдаете паспорт, заполняете бумаги, и у вас в руках ключи от новой квартиры. Вот и все. Это все, что нужно для покупки квартиры в городе Донецке. Первый вариант у нас будет топовый. Дизайнерская, трехкомнатная. Общая площадь составляет 120 квадратных метров. Квартира расположена в одном из самых лучших домов в центре города. Ворошиловский район. Ребята, как думаете, сколько она стоит? Пишите свои комменты, как думаете? Общая стоимость составляет 61 тысяча долларов. Давайте рассмотрим немножко попроще вариант. Следующая квартира у нас немножечко попроще. Трехкомнатная. Находится она недалеко от площади Ленина. Второй этаж из 5. Мебель и техника остается, как и в предыдущем объявлении. Как думаете, цена? Цена 23 тысячи долларов. Давайте следующую посмотрим. Продается трехкомнатная квартира, общая площадь 76 квадратных метров, собственник. Квартира расположена в Петровском районе города, это западная часть Донецка, окраина. Чем дальше мы отдаляемся от центра города, тем становится дешевле квартиры. Цена на момент рассмотрения этого объявления составляет 8 тысяч долларов. Следующая рубрика у нас «Съем жилья». Большинство людей, которые учатся, работают, выбирают местоположение ближе к центру города. Так как в основном люди работают в центре, либо где-то может быть кто-то на окраинах, но стараются подбираться ближе к работе. Во-первых, с окраины тяжело добираться до центра города. 2-3 пересадки и вы будете у конечной цели. Поэтому сейчас я хочу рассмотреть варианты съемов жилья в различных районах, продемонстрировать вам цены, ну и немножко рассказать. Сдам двухкомнатную квартиру на Топазе, мебель 2000-х, из техники, холодильник, телевизор, машинка, автомат. Стоимость съема квартиры в месяц вместе с коммунальными услугами составляет 5500 рублей. Это окраина города. Давайте посмотрим следующую квартиру. Аренда двухкомнатной квартиры, текстильщик, Поляна. Цена 5500 рублей плюс счетчики. Этажность 4 из 5, общая площадь 48 квадратных метров. Чистая ухоженная квартира расположена в очень хорошем месте с развитой инфраструктурой. Хорошие соседи, сдается впервые. Залоговая сумма разбивается на 2 месяца. Ну как вам этот вариант, ребята? Текстильщик, Кировский район. Вашему вниманию предоставлена следующая VIP-квартира. Сдам квартиру, хорошие условия, новострой, паркинг, охрана, закрытая территория. Квартира находится в прекрасном месте, в центре города, отлично развита инфраструктура, есть паркинг, детская площадка, магазины, кафе, рестораны, супермаркеты. Общая площадь составляет 110 квадратных метров. Количество комнат 3. Собственная котельная, евроремонт, планировка студии. Жилой фонд от 2011 года. Стоимость аренды этой квартиры составляет 20 тысяч рублей плюс счетчики. Третье. Что касается коммуналки. Что касается коммуналки в городе Донецке. В среднем однокомнатная квартира порядка 35-45 квадратных метров выходит у вас
Я живу в однокомнатной квартире в городе Донецке, в центре города. Квадратура у меня составляет 38 квадратных метров. За все коммунальные услуги в декабре месяце я буду платить 2500 рублей. То есть абсолютно за все. Если считать, что вы живете в 3-4 комнатной квартире, там цена достигает до 3,5-4 тысяч рублей в зависимости от размера вашей квартиры. Сегодня, друзья, поговорили мы о недвижимости в городе Донецке. Кому понравился этот видеоролик, я жду вашей активности в комментариях. Не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчик и ждите новые выпуски. С вами на канале был Виконста. Пока-пока!